Добрый день! Сегодня буду готовить рыбу на бумаге. Для этого блюда беру небольшие карасики. Перед приготовлением рыбу солим и оставляем на 20 минут. Сковородку ставим на плиту, застилаем пергаментной бумагой, поливаем сверху подсолнечным маслом. Каждую рыбу обваливаем в муке, жарим рыбу на разогретой сковородке. Этот способ действительно очень хороший. Рыбу жарить одно удовольствие. Нет того, что происходит при жарке рыбы обычным способом, без бумаги. Рыбка жарится очень аккуратно. Слаживаем жареную рыбу на бумагу. Для следующей порции рыбки бумагу не меняем. Рыбка готовится быстро и просто. После приготовления рыбки бумагу снимаем, и сковородка остается чистой. Блюдо готово! Приятного аппетита!